Здравствуйте, друзья! Это шоу 74. Постоянно спрашивают, что с хозяйством происходит, что и как. Поэтому решил снять ролик. Буду показывать вам, что у нас есть. Ну, думаю, что по сравнению с предыдущим роликом, который в ноябре вышел, то он такой был, наверное. Ну, вернее, даже не ролик, а хозяйство у нас было такое. Выставочный зал. Сейчас все это превратилось немножко, конечно, в более рабочую форму. Вот. Ну, поэтому еще раз. Всем привет. Всем хорошего настроения. Начинаем мы с дельфинятника. Вот такая банка. 170 литров она. На стоечке стоит. В коридорчике у нас сразу при входе. Вот. Цитакара Мури. Вот такие вот ребята. Постоянно что-то делят между собой. Вот. И самой Ханцики. Вот они. Один мужичок, там где-то девчонки прячутся. Еще один мужичок есть. Ну, где-то они там есть. Вот. С дельфинами пока что-то не получается. Два раза забирал на стадии икры. Икра почему-то не инкубируется. Скорее всего, неоплодотворенная. Кто-то косячит. Возможно, вот этот вот большой товарищ. Самец. Вот. Ну и, собственно, идем в хозяйство. Вот оно у нас. Вот так вот выглядит. Немного изменилось. Стойка, во-первых, появилась вот эта вот, простите, тут мигает с правой стороны. Ну, так ее издалека чуть-чуть покажу. Вот она стоечка. Сверху у нас малявки, ну, подростки уже гурами. Почему-то камера айфона так вот реагирует на светодиодные лампы. Вот они, гурамята нашего производства. Малявочки совсем окары бирюзовой. Улитки, 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 которые постоянно плодятся. Ампулярии из пикси. Ниже у нас рыба на раздачу. Это циклозома фламинго. Здесь вот малявки и чернополоски. Тут немножко побольше подросточки. Вот. И вот там вот у нас взросляк. Почему-то взросляк у нас самый запуганный. Разводить, размножать их больше желания нет. Поэтому отдаем бесплатно. Но вот ниже у нас это микс, который остался с птичьего рынка. То есть тут вот наши гурами. Это самый первый нерест, вот то, что осталось, один прям вообще крупняк. Вот. Данишки, глошки. Наши, опять же, малинезии. Ну, малинезии такие немножко с пробросами, видите, вот есть. Вот. И там где-то вон еще вон они, пара коридоров осталось. Все. Рядом у нас вот такие вот подросточки бирюзовой окары. Тут два отсека у нас с ними. С левой стороны помельче, с правой стороны покрупнее. Ну, и вот то, что носили на птичий рынок. Вот оно вот. То, что не продалось, вот так вот подросло. Посмотрите, какие самцы. Нейрери, два штуки, яркие. Красавчики. Один-то прям вообще видно, что доминант. А, три даже. Три вон они. Дерутся между собой. Самочки нейрери. Вот это, возможно, тоже самец, которого зашугали. Зебра, пиндашки. Ну, похоже, вот этого пиндашку вообще для себя оставлю. Посмотрим, что из него вырастет. Мпанга. Одна штучка вот попалась. Здесь, кстати, тоже. Вон, видите, плавает пиндани. Ему откусили хвост сородичи. Я его посадил сюда, он тут очнулся, реабилитировался. Ожил. Вот, ну вот такая стоечка. Дальше идем. Тут я баночку приготовил. Скоро будем забирать мальков. Я вам в конце видео покажу обязательно. Вот, у маловийцев. И вот туда в баночку будем высаживать. Вот в том. Это у нас дань обложки. Рыба на обмен. Приходят, забирают цихлит маловийцев. И притаскивают вот такое чудо. В нашей жизни возможно.
Сразу говорю, у нас банки все разнокалиберные. Во многих стоят вот такие вот аэрлифты. Вот здесь, здесь самодельные, самопальные. Тратиться не хотелось. Поэтому полторашка, синтепон, грунт на дне, распылитель с утяжелителем, трубка, тяга есть, фильтрует, в общем-то, неплохо. Здесь у нас вот тифлозома фламинго, крышник вижу, подросточки, почти взрослые. Вот, ниже у нас малявки-васильки. Надеюсь, что будет очень красивая рыба. Ну и, конечно, улитки с пикси, как всегда. Вот, видите, еще один такой аэролифт. Остатки песчаника валяются до сих пор. Я решил от него избавиться, потому что мальки в него прячутся, если что. И самое главное, у меня прятались в нем боцы. Я потом их оттуда доставал 3 месяца после переезда. Поэтому пока от песчаника решил отказаться, но во всяком случае положить его в старую лунку. Вот. Ну вот такая вот эта стоечка. Вот раз, два, три, четыре банки. Там у нас так для дикарушек. Здесь вот у нас такие достаточно классные ребята мейки. 10 штук их подрастают. И 4 промисов Эдзу. Вот они. Только что видел, они были красными, как только поднесли телефон для съемки, ребята потеряли окраску. Меня это прям бесит. Тут у нас ниже вот такой товарищ, последний выживший, ползун. Вот, никто его не забирает. Карпи кои, у него проблема с плавательным пузырем. Он ползает по дну, но, несмотря на это, очень весело живет. Вот такая еще одна стоечка. Ну, центральная стойка — это тот самый первый аквариум, который мне достался в марте месяце прошлого года, вот, под который я изготавливал потом вот эту стойку, подсадники делал и так далее. Здесь у нас вот население — это малавийцы, конечно. Ножичек вот такой шикарный. Хотят кушать. Ауратус, милома, девчонка. Ниери. Там вот вдалеке, видите, да? Гришаки с икрой во рту. Внизу ниери с икрой во рту. Где-то была еще сам, вот еще одна самка ниери с икрой. О, там в глубине вот мультиколор, как он уже выдурил. Ну-ка, Данга, наш красавчик, почему-то остановился. У него девчонки есть, вот они. Но он почему-то перестал размножаться. Вот подрастают еще эти васильки. Где-то была заряженная самка василька. А вот посмотрите, какой к нам недавно приехал. Красавчик, пацан. Девочки у меня были. Одна где-то вон тусит здесь на заднем плане. Это, кстати, вот Гришаки наш уже. Наш вырос, второе поколение. Ну, ножик прям красавело вообще. Там заряженная тоже икрой. Самка полтруарова, зебра, вот самец ее, зебра полтруарова. Вот, вот такие вот фаерфиш, полнокара, орхидея. Мужичок у них, правда, поскромнее, но тоже что-то все никак не сделают мне потомство. Нейрери тоже вот нашего производства, такой классный. Вот. Это бенша полнокара, самец прикольный. Что-то я не вижу. А, вот это вот Red Top Ndumbi. Опять окраску потерял, был фиолетовый, красивый, ну, вроде. Вот. А, ну и снежный принц, конечно, самец, он у нас нерестится самками обыкновенного пиндани. Где-то самочки прячутся, где-то они есть. Вот одна, допустим. Вот, это вторая. Ну вот, еще раз показываю. Вот Зодохромис милома, самка, еще одна самка. И вот там вот у нас самец прячется. У него подбитый глаз. Это вот второй ножик. Я путаюсь, кто из них компринцесс. Комприцепс, кто-то стригатус. Напомните мне, пожалуйста, кто-то совсем длиннорылый. Вот, у меня оба вида, в общем, есть.
Ну вот такая вот баночка. Сейчас вот из этой банки как раз будем вынимать девчонок. Вот, и трясти из них мальков. Вот, чуть пониже у нас прям совсем мальпусенький аквариум. Он всего лишь на 5 литров, там вот видно где-то вдалеке отсвечивает немножко. Случайно выжившие 3 макропода и один коридорос. Где-то он тоже здесь вот у нас на донышке прячется. Наверняка вот здесь. Вот он. Вот такой вот смешной аквариум. Ну, растут ребята, в общем, все нормально. Это еще одна баночка сейчас для отсадочки. Будем сюда как раз перемещать мальков. Здесь у нас малявки мпанга. И как раз таки вот наверху тоже опять еще один нерест. Зебра Голтова Арва. Ой, что я говорю? Нет, это у нас Red Top Ndumbi, да, вот самца показывал. Вот. Еще ниже у нас... Где они там? Вдалеке прячутся, мы с той стороны посмотрим. Вон они там. Таракатумы 4 штуки. Там видно девчонка альбинос. Вот. Еще одна девочка простая. И 2 самца. Вот такие вот они. Товарищи. Вот. Здесь у нас наша подруга осталась без самца. Она его убила. Вот, рак калифорнийский. Нужно что-то делать. Либо искать свежую пару, либо ей что-то. Но что-то она мне не нравится. Она какая-то прям совсем клешни у нее не отрастает по новой. Очень агрессивная стала. Вот такая вот баночка, еще одна. Эти банки, вот сверху банка у нас на 500 литров почти. А эти банки, это соточки стоят, вот такие кубики. Здесь у нас микс из малавийцев. Посмотрите, пожалуйста. И ложки какие симпатичные, да? И вот у нас самец. Красавчик. Вы засуетились. Это у нас голубой растет. Не знаю еще, кто будет, самка или самец. Ломбардо. Вот. Ну вот, алунакары. Всяческие разные. Вот. И самец кимпума. Мальчишка выделился уже. Классный. Вот. Все остальные, блин, не знаю кто. Я знаю, что вроде как породистые. Мне их тоже притащили. Вот. Ну и там еще, видите, да? Пара барбусов для развлечения. Плавают. Ну и, конечно, стараюсь вот так вот во многие баночки по паре тройки сомиков, анциков. Вот здесь вот тоже сидят. Вот. Ну вот, в общем-то, вот такая вот стойка. Вот это. Поворачиваемся на эту сторону. Здесь у нас еще один маловейник. Хотят кушать ребята. Мне притащили, наконец-то, вот таких вот девок. Здоровых. Огромных. Глазастых, губастых. Очень хотел. Блин, теперь задача найти самца. Вы поняли, кто это, ребята? Не поняли? Ну, еще смотрю, что. Красавица. Ну и так, это у нас самки Растратуса. Самца, к сожалению, нет. Вот. Здесь у нас тоже есть нейрери. Ну, у нас мужик скромный прячется. В кустиках две девчонки у него. Зебра красная. Одна у нас зебра без глаза. Досталась такая смолька. Но кто-то ей выше глаз, несмотря на это, даже не рестится ей. Это не мешает. Йодики подрастают. Вот они. Йодики. Один вот прям клевый. Да и этот тоже ничего. Любимые рыбки детей. Они, конечно, не размножаются неволе, но вот живут, и живут, борцы. Растут потихоньку, но как-то медленно, но растут. Самец Тумби Вест остался без самки. Попробуем ему найти. У нас есть еще одна молодая пара, причем. Но это мало, я считаю. Вот говорят, что это йодик. Ну что-то не похоже, какой-то он блеклый, старый. Вот вышел из гнезда Йохани. То ли Йохани, то ли Интерруптус. У него вот такие вот самочки.
Это вон икрой заряженный. Вот. Мпанга наш красавчик толстячок, который понаделал уже кучу потомства. Вот, у него здесь есть самки. Здесь тоже еще один самец. Что-то он испугался. И не очень красивый. Зебры Голтруарвы. А, вот он, блин, что я говорю. Вот он. А это, короче, субдоминант, похоже. Думал, что самка, но, похоже, нет. И у него проблема, он, видите, еще с жаброй. Ацеи. Девчонка Ацея, похоже, что-то огребла где-то. Вот, ободранная с одной стороны. Вот Ацей, вон Ацей. Вон Ацей. А, нет, так это не девчонка, это самец. Самец, он подрался с кем-то. Вот. Здоровый. А вот там он, видите, да? Он из окошечка выглядывает. Это боция голубая. Прячется. Где-то прячется здоровенный. Вон он вылазит. Уйди. Здоровенный самец красной зебры. Вот он тут самый главный в этой банке. Ну и вот как бы самочки Василька. А где сам Вася-то непонятно. А, вот он и Вася. Вот наш производитель. Тоже что-то психанул. Не совсем голубой. Камера, кстати, врет вообще по цветам. Вот. Ну, в общем, вот такой вот микс из всего. Это вон девчонка наша, мпанга, которая больше всего дает всегда потомство. Тоже похоже, блин, опять с точной, с икрой. Вот. Ну вот. Вот такая вот. Вот такая стойка. Ниже здесь у нас подрастают никарагуанцы. Никарагуанская цифлозома. Сейчас взрослую покажу чуть позже. Ну и там где-то вон анцики прячутся тоже. Это у нас подростки нашего производства. Красные зебры. Уже выделились самцы. Вон прям видно, да, которые с голубым немножко. С голубой окантовкой. Я надеюсь, что детки покраснеют. Надо их чем-нибудь подкормить таким. Вот. Ну вот и вот. 50 штук ровно сидит. Вот такая стойка. Ну что, направо поворачиваемся. Тут у нас пришлось так смиксовать все на свете. Тут у нас и Африка маленькая. Например, вот кобальтовые зебры. И Америка. Вот он, никарагуанский цифлозома, красивый самец. Акары бирюзовые. Еще одна кобальтовая зебра. Восьми полоски. Красивая рыба, нравится мне. Где-то еще одна самка там лазит. Самец у нас вот такой вот ободранный. Боевой, но пытается от нее ститься. Вот, здесь Red Flash самец. Пока без пары, без самок, без никого, не знаю, либо отдам, либо найду кого-то. Самые клариусы, вот такие вот сосиски, прям вообще под 40 сантиметров, наверное. И парочка вон, цифлозом фламинго. Вот. Ну и... Так, где еще? Пчелка-то одна, не видно, где-то спряталась. Сейчас посмотрим. И самое главное, вот это вот что? Вот, ребят, ну помогите мне определить, что это гибрид, кто это? Кто это такой? Мне сказали сначала, что... Ой, еще и дерутся, смотрите. Фламинго пытаются не реститься, похоже, гоняют всех там от горшка, к которому не собрались это делать. Вот так вот, наблюдаем жизнь рыб. Вот, а очень, он очень большой, очень дерзкий стал, он полбу получил, видите, да? Вот. Сначала мне сказали, что это хорн. Я, когда его привез, он был прям такого, блин, бирюзового цвета, как бриллиантом цифлозома. Мне сказали, что это брюлик. Ну, блин, сейчас он покраснел. Я не знаю, кто это. Поэтому, если есть у вас какое-то мнение, помогите определить. Ну вот, вот такая вот банка, короче. И внизу у нас куча-куча мелких баночек на полу практически стоят. Здесь у нас потомки нанокары Electric Blue. Вот они еще такие не крупные, но уже, в принципе, к переезду готовы. Здесь у нас вечно голодные потомки Неерерии. Всегда хотят жрать. Тут у нас опять рыбка, которая, ну, ланцик там снизу, которая на обмен, глашня.
интернеция. Немножко осталось. Потихонечку разбираю ее. Малинезия. Тоже не сильно много уже осталось. А это еще не Ирери. От другой самки. Вот как-то так. У него вот снизу получается с одной стороны 1, 2, 3, 4, 5 банок, да? Ну и с другой стороны обходим. Вот этот вот тоже сейчас приготовлю баночку для подсадки. И вот еще одна банка сюда вместилась. Одна баночка. Здесь у нас пара сапфировых попугаев. Одни из самых первых питомцев, которых мы завели. Вот. Вот здесь у нас еще одна баночка на полу стоит. Там вот видно малявочек. Это Йохани. Здесь у нас миксик из малавийских цихлит. Тоже мальки. Тут у нас Василек. Красная зебра. Здесь еще одни акары бирюзовые. И тут у нас на подоконнике еще один небольшой малавийник. Вот Зулу со своими девками. Как всегда боятся чего-то на накара. И там Йеллоу. И вон ломбарда. Самочка заряженная. И самец полосатый желтый. Где-то носится тоже. Здесь у нас малявки. Пиндани, снежный принц, красная зебра и Ацей. Еще попалось какие-то вот волнокары непонятные. Тут, короче, у нас там вон видно мальки дел. Еще с желточными мешочками. Здесь еще один аквариум. Ну вот так вот подоконник выглядит у нас. Вот. Здесь у нас еще один аквариум. Это у нас мальки малавийцев тоже. Короче, у нас одни малави в основном. Пустая банка пока. Это у нас таракашки живут. Мадагаскарские даже лазить не будут. Улитка охотина. Перевернула опять поилку. Здесь у нас мальки ломбарда. Полосатенькие уже. Ну, еще одна банка. Микс. Такая вот она большая, тоже на 500 литров. Тут у нас подрастающий каданга. Василек красивый, леопард здоровый. Левошки. Каданга. С девками. И вот такие вот акары бирюзовые. Там где-то еще есть мультиколор. Вот он, мультиколор. Гришати, наша старая парочка. Зебра мармеладная. Тумби Вест, самка. Йохани, самец где-то, вот самочки у него. Полиптерусы, два штуки у нас есть. Вот один, где-то второй. Там вот снежный принц спрятался. Дуралей, который самочку свою убил. Ауратуса самка. Вот такой вот здоровый, приздоровый самец акары. Вот. Вот еще раз Миеку вам покажу, опять пугаются. Тут у нас парочка скалярок. Но нерест отсаживаем. Посмотрим, что это будет. Вот такой вот на заднике у нас с меченосцами аквариум. Там где-то есть один гигант, прям совсем, ну, он плавает, видите, да? Выскочка. А внизу вот такая маленькая баночка с креветками. И креветки есть еще в другом аквариуме. Вот. Ну, вот такое вот хозяйство в основной комнате. Рыба растет,
плодится и снова растет. В второй комнате у нас вот такой нелепый аквариум, высокий, треугольный. Тут у нас вообще куча улиток Милани, золотая рыбка и макропод, от которого как раз, кстати, мальки он прячется. А самочка у него после нереста выпрыгнула, к сожалению. Это что-то типа травника. Здесь у нас малинезии и гупиша самосевом, которые плодятся. Где-то самочки были, гупешки такие крупные, краснохвостые. Еще одна банка нелепая, угловая, треугольная. Здесь тоже малавийцы. Тут у нас красная зебра, пиндани и немножко василька. Вот моя рабочая зона. Тут у нас банка пустая. Кролик на штолик. Незаряженные баночки. Спасибо Челябинскому дому аквариуму. Забрали целую кучу банок сверху стекла. Вот тут вот у нас опять мальки малавийцев. И несколько банок с гураями. Жемчужные и мраморные. Сейчас покажу. Они внизу сидят здесь. Отсажены сегодня на нерест. Посмотрим, чего получится. Жемчужки там тоже прячутся. Тут у нас сомики коридороса. Мальки подрастают. Это буадзулу малечки. Василька малечки. Гупехи. Тоже начали подрастать уже. Хвосты появились. Это гришаки. Причем гришаки, вот те самые альбиносы. Очень интересно, красноглазые получились. Ну и вот рабочая зона, скажем так. Аквариум, отсадник и каны наши для торговли. Здесь у нас петушатник. Петухи опять тоже хотят есть. Вот. А это у нас баночка с подростками малави, которых мы себе оставили на производ. Тут вообще полный микс. И нерери, и ауратус, мультиколоры, димасони, гришаки, мпанга, леопарды и растратусов парочка. Вот тут посередине суетится. Ну а там у нас растут мальки с жемчужными гурами. Тоже немножечко креветок и сомики там коридорсы, это же наши производители. Там альбиносы есть простые и венесуэла. Вот. Ну все в таком рабочем виде. И вот такая вот у нас большая-большая банка для подроста. Тут у нас тоже малавийцы. Здесь пиндани, мпанга. Вот йохани, буквально парочка штук. Нерери. Вот такое вот, ребята, видео. Просили показать, показал. Сейчас будем трясти мальков. Покажу потом, чего у нас получилось и от кого. Вот у нас самочка гришаки сопротивляется. Сейчас посмотрим, что у него есть. Вот мальки поперли. Уже созревшие. Нет, есть еще некоторые с желточным мешком вроде. Ну вот так вот мы натрясаем мальков рыбки. Давай, девочка. Рыбочков много. Достаточно. Уж не 10 штук, это точно. Ну вот такое видео, ребят. Натряс мальков сегодня. Нерери у двух самок, причем одной было мало. Зебра полтруарвы забрал мальков. И пиндани вы видели. Разместил их всех по баночкам. Вот. Ребята покушали. Как всегда, все еще голодные. Вот такое вот хозяйство. Вот так и живем. Пишите, ставьте лайки, комментируйте. Задавайте вопросы. Всегда рад пообщаться. Всем удачи. С
вами шоу 74.